Глобальная независимая сеть Кокрейн, объединившая усилия исследователей, пациентов и людей, интересующихся вопросами здоровья, продолжает свою работу. В нашей стране Координационный совет Кокрейн России создан на базе Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Сегодня кокрейновская работа необходима, поскольку доступ к доказательствам здравоохранения увеличивается. Увеличиваются и риски неправильного толкования сложного содержания. При этом вероятность того, что отдельно взятый человек получает полную сбалансированную картину, уменьшается. В связи с этим 27 октября в стенах Института фундаментальной медицины и биологии КФУ взяла старт школа-семинар, которая рассматривает кокрейновские систематические обзоры, учитывая статистику и глобальные вызовы. И в этом году наши участники будут иметь возможность не только теоретически познакомиться с кокрейновскими систематическими обзорами, понять, как их читать, как из них извлекать информацию, но и буквально, как говорится по-английски, hands-on, то есть получить свой собственный опыт использования различных софтов. Миссия школы – обеспечить доступную достоверную информацию для поддержки информированного принятия решений. В этом году в мероприятии принимают участие представители Cochrane Austria. Мы работаем вместе как международная сеть отдельных лиц и организаций, бескорыстно приверженных идее разработки, поддержания и распространения систематических обзоров по эффектам здравоохранения. Необходимо понимать, что любое исследование должно иметь протокол. Здесь молодые специалисты учились его составлять. Значение такого переоценить сложно. Протоколы и обзоры кокрейновского сотрудничества обобщают лучшие доказательства научных исследований с целью обосновать медицинские теории, а также активно помогает принимать новые решения в сфере здравоохранения. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.